Lisk – это блокчейн-платформа для приложений, цель которой – создать для всех возможность в будущем извлечь выгоду из децентрализованных технологий. А курсы и статистики этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Lisk позволяет разработчикам создавать приложения, а также развертывать сайдчейны, связанные с сетью Lisk, которая включает в себя костюмный токен. Lisk предоставляет разработчикам комплект для разработки программного обеспечения для блокчейн-приложений и работает над решением для взаимодействия и интероперабельности, которое в свою очередь позволит каждому легко использовать этот комплект на платформе. ICO Lisk стартовало 24 мая 2016 года и было создано с помощью JavaScript и TypeScript. Основными продуктами Lisk являются Core, SDK, Desktop и Mobile. Команда Lisk состоит из 30 человек, и у нее есть собственный подрядчик по разработке, известный как Lightcurve GmbH. Компания базируется в Швейцарии в Цюрихе и является некоммерческим фондом. Представьте себе мир, в котором любой может извлечь выгоду из использования блокчейн-технологий. С этой идеей фонд Lisk преследует одну очень конкретную цель – вдохновить блокчейн-разработчиков и блокчейн-энтузиастов по всему миру. Lisk – это децентрализованная сеть, похожая на BitShares, NXT и Bitcoin. Однако Lisk, в отличие от Bitcoin, не использует алгоритм Proof of Work. Вместо этого она использует упрощенную версию оригинального алгоритма консенсуса BitShares, известного как Delegated Proof of Stake. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительную бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которую хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Каждый держатель LSK может голосовать за делегатов основной сети Mainchain, который обеспечивает безопасность самой сети. Всего насчитывается 101 активный делегат основной CPI, который всегда получает наибольшее количество голосов, и они могут получать вознаграждение за генерацию блоков. Все остальные делегаты находятся в режиме ожидания своего избрания и обеспечивают защиту сайдчейнинга Lisk. Lisk также являются криптовалютой LSK и фреймворков, известным как Lisk LSK SDK. Вы можете использовать его для развертывания собственных сайдчейнов и разработки на их основе блокчейн-приложений. Сеть Lisk работает с использованием высокоэффективной модули консенсуса с делегированным доказательством доли владения Delegated Proof of Stake или же DPoS, которая обеспечивается демократически выбранными делегатами. Делегированное доказательство доли владения – это протокол консенсуса, который обеспечивает надежную проверку и одобрение транзакций в цепочке блоков. По сути, это позволяет блокчейнам изменять параметры сети и графики комиссии, размеры транзакций и интервалы между блоками, и все это не создает хардфорк, если избранные делегаты не голосуют за такого рода изменения. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.